Лекция по Бхагавад-гите, как она есть, глава 16, текст 6. Прочитана его божественной милостью Аче Бхактивиданты с вами Прабхупадой 2 февраля 1975 года на Гавайях. О сын Притхи, сотворенные живые существа в этом мире бывают двух видов. Одних называют праведниками, а других — демонами. Я уже подробно рассказал тебе о божественных качествах, а теперь послушай о качествах, которыми наделены демоны. Бхагаван Шри Кришна обращается к Арджуне. Иногда он называет его Бхаратой, потомком династии Бхараты. Иногда Партхой. Иногда Дхананджай, своим другом. В этот раз он назвал его Партхой. Партха образуется от имени его матери Притхи. From Pritha, the word Partha comes. От слова His mother Притхи образуется слово Партха. Его мать, мать Арджуны, является сестрой отца Кришны. Very intimately and friendly, he addresses him as Partha, my dear. Называя Арджуну именем Партха, Господь обращается к нему как к своему близкому, дорогому другу. «Мой дорогой сын моей тети». Иными словами, мы не только друзья, но и родственники, мы в очень близких отношениях. Поэтому я говорю тебе о двух категориях живых существ. Два класса живых существ. Два значит два. Один класс — это дайва, существа с божественной природой. Другой — асура, существа с демонической природой. В Вишну Пуране есть стих, где это описано. Словом дайва, как правило, называют Вишну Бхакт. Вишну — это вездесущий Верховный Господь. Он присутствует повсюду. The Supreme Lord. Кришна, Верховный Господь, Vishnu also проявляется как Вишну Параматма feature. В своем аспекте Параматмы. Krishna has got three features. У Кришны три аспекта: Брахмети, Параматмети, Бхагаваныти, Шабдьете. Krishna the absolute truth. Кришна абсолютная истина обладает тремя проявлениями, которые постигаются с трех разных углов зрения. Один аспект — это Брахман, вездесущий Брахман, Сарведам Акхилам Джагат. Брахман — это его сияние, лучи, исходящие из его тела. His prabha, his bodily rays. Его прабха, сияние его тела. Вы можете спросить, что это за лучи? Вы можете наблюдать их каждый день. У каждого тела светится. According to his quality. И это свечение зависит от наших качеств. Солнечный свет — это сияние тела Бога Солнца, который пребывает на Солнце. Бивасан, чье имя Вивасван, об этом также сказано в Бхагавад-гите. Бивасан манавипрахуй, мануикхагавибравит,
Ивам парам праптам, имам раджари саю виду. So, exactly like that. Именно yet, так. Sun is наше an insignificant part представляет собой незначительную часть творения Господа. And the sun has got so much у Солнца есть свое сияние, лучи Бога Солнца, которые освещают и согревают всю Вселенную. You cannot deny it. Этого нельзя отрицать. This is the position of the sun. Таково положение Солнца. And there are millions and trillions of suns. Есть миллионы и триллионы Солнц, sometimes bigger than this которые sun. Больше нашего Солнца. This is the smallest sun. Наше there Солнце bigger, самое маленькое. Suns. Есть Солнце куда больше. So, we can understand what is the bodily rays. Мы можем понять, что такое сияние тела. That bodily rays of Krishna is called Brahma. Это не трудно. Brahma. Сияние тела Кришны называется Браманом. Это Браман. Это Прабха. So, similarly, Krishna is present in everyone's heart. Аналогично, Кришна присутствует в сердце каждого в своем локализованном аспекте. Это его безличное проявление. Например, солнечный свет – это безличное проявление лучей Солнца. Аналогично, сияние Брахмана – это безличное проявление сияния тела Кришны. И часть, в которой он пребывает повсюду. Он в этой вселенной. Он в вашем сердце, в моем сердце. Он внутри всего. Это означает, что он даже внутри атома, параману. Так проявляется его параматма. И последнее и высшее его проявление — это тело Кришны. Ишара Парама Кришна, Сачидананда Виграха. Виграха means form. Виграха значит форма. That form is not like ours. Его форма не такая, как у нас. That is Сат-Чит Ананда. Она Сат-Чит Ананда. The body has also three features. У его тела тоже три качества. Сат means Сат Итана. Означает вечное. So therefore, His body is distinct поэтому from our body. Его тело отличается от нашего. Our, this body, наше тело not eternal, не вечно. Within the history, when this body is created by the father and mother, наше тело было создано при помощи отца и матери в определенный момент времени. And то есть у него есть начало. When this body is finished, annihilated. И прекращение существования нашего тела тоже происходит в определенный момент времени. Все, что находится в промежутке между этими датами, называется историей. Но Кришна не такой. Анади. Вы не можете определить время возникновения тела Кришны. Анади. Опять же, используется слово «ади», он – начало всех. Он сам Анади. Никто не способен обнаружить время его появления. Он за пределами истории. Но он является началом всех. Например, мой отец является началом моего тела. Отец – причина возникновения наших с вами тел. Therefore, he has no beginning. That he has no father. Но у Господа нет отца, и следовательно, он не имеет начала. Но он верховный отец. That is the conception. Такова концепция, христианская концепция. Бог является верховным отцом. Это факт. Because he is the beginning of everyone. Он начало каждого. Whatever has come into being, все существующее берет свое начало от Кришны. Об этом сказано в Бхагавад-гите.
Брахманда является творением Брахмы. Его называют одним из полубогов. Кришна говорит: «Я причина деватов, полубогов». Если вы постигаете Кришну таким путем, вы становитесь дайва, божественным. Божественным. Наше движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы учить людей обретению божественных качеств. Такова программа. Что дают нам божественные качества? Об этом говорится в предыдущем стихе. Если вы обретете божественную природу и божественные качества, мы уже обсудили это. Для этого нет препятствий. Вы должны практиковать это. Например, каждый может стать высоким судьей. Каждый может стать президентом Соединенных Штатов. Для этого нет преград. Но вы должны иметь необходимые качества. Если вы приобрели их, вы можете занять любое положение. Вы достойны любого положения. Аналогично, чтобы стать дайви, вы должны развить нужные качества. Как обрести божественную природу? Об этом уже шла речь. Если вы обрели божественные качества, что это вам дает? Мокша – это освобождение. Вы становитесь достойными освобождения. Что такое освобождение? Это свобода от круговорота рождения и смерти. Вот наши настоящие страдания. Современной цивилизации неизвестно, как положить конец страданиям. Они не знают этого. Этому не учат, нет такой науки. Они думают, у меня есть короткая жизнь, 50, 60, самое больше 100 лет. Если у меня хорошая жена, хорошая квартира, отличная машина, на которой я езжу со скоростью 120 километров, и добрая бутылка виски, в этом он видит свое совершенство. Но это не вимокша. Настоящая вимокша, освобождение, это свобода от рождения, смерти, старости и болезней. Это вимокша. Но они не знают даже этого. Они не знают даже о рождении после смерти. Настолько глупая цивилизация. Хотя каждое мгновение мы сталкиваемся с рождением и смертью. Рождение и смерть случаются ежеминутно. Так устроено Кришной. Тонко устроено. Например, этот мир, эта планета вращается со скоростью 1500 километров в час. Такое гигантское небесное тело. Но оно тоже движется. Все планеты движутся. Даже Солнце движется. Но мы не замечаем этого. Если вы летите на лучшем самолете, он создает много шума, вибрации, от которых порой даже дрожит стол.
Но эта планета движется быстрее самолета, но вы не замечаете этого. Таково совершенное творение Кришны. Это называется Пурнам Идам. Здесь все совершенно. Он настолько совершенен, что для нас это вращение проходит незаметно. Все знают, что утром восходит солнце, и через 12 часов, пройдя расстояние в 15 тысяч километров, солнце садится. Затем оно снова преодолевает 15 тысяч километров, когда вы спите, и утром вы вновь видите солнце. Солнце не движется. Движется Земля. Движется настолько плавно. Это относится не только к планете Земля, но к миллионам и триллионам планет в небе. Они все движутся. Смена времен года, день и ночь. Совершенное мироустройство. Итак, те, кто обладает божественной природой, могут понять все это. Это называется Дайви Сампад. Последователи других философий могут сказать, христиане говорят, Бог велик, мусульмане также говорят, Аллах Акбар, что несет тот же смысл. Ведическая литература также говорит о Брахмане и Парабрахмане. Брахман означает величайший. Брахман означает очень и очень великий, не только великий, но и становящийся еще более великим. Бриханатват. Величие Кришны или абсолютной истины признается повсеместно в цивилизованном человеческом обществе. Но насколько Бог велик, об этом можно узнать из ведической литературы. Вы просто знаете, что Бог велик. Например, каждый знает, что у него есть отец. Это нетрудно понять. У каждого, кто находится в материальном мире, в материальном или духовном мире, есть отец. Все знают об этом. Но кто мой отец? Насколько он велик, каковы его качества, что он делает, как зовут его отца, где он живет? Это вы можете узнать из Бхагавадгиты. Поэтому важно, чтобы каждый читал Бхагавадгиту. Если вы знаете, что Бог велик, это тоже хорошо. Человек признает величие Бога. Но если вы хотите знать подробно, насколько Он велик, насколько велики Его деяния, насколько велики его деяния, тогда вам нужно читать Бхагавадгиту. Бхагавадгита говорит, матта паратарам нанят кинчиджасти дхананджая. Кришна says, there is no more greater. Кришна говорит, нет истины выше меня. Everyone knows, все знают, что Бог велик. Что это значит? Это значит, что все малы, а Он велик, никто не равен Ему. Нет никого, кто бы превосходил Его. В этом смысл слова «великий». Каким же образом Он превосходит всех? И почему нет равных Ему? Но все ниже Его, все
сотворены им. Если вы обретете это знание, если вы ясно понимаете эти аспекты величия Бога, вы становитесь достойными перенестись в духовный мир. Это называется дайви сампад. Дайви сампад вимокхая. Если вы обретаете божественные качества, это требует практики и образования, это не сантименты. Пытаясь разобраться в этом движении, движении сознания Кришны, люди заключают, что это индуистское движение, и что Кришна является одним из индуистских богов, но это не так. Кришна – Бог. Бог – это Бог. Бог не может быть индуистским богом, мусульманским богом, христианским богом. Бог есть Бог. Например, золото. Если индусы имеют дело с золотом, это не означает, что золото становится индуистским золотом. То же самое можно сказать про золото, которым распоряжаются христиане или мусульмане. Золото есть золото. Точно так же Бог есть Бог. Он велик. Если вы изучите, как возрастает Его величие, например, Ишара Сарвабхутанам Риддесе Арджуна Тиштхати Брамаян Сарвабхутани Джантрарурани Майя. Very simple. Очень просто. Ишара, that God, Ишвара, in his Paramatma feature, Бог в Его образе Параматмы находится в сердце heart, каждого heart, из нас. God is, you haven't got to вам find out не нужно искать Бога где-то еще. Поэтому йоги практикуют поиск Бога в себе. Это называется медитацией. Медитация означает, из шастры мы узнаем, что Бог находится в моем сердце. Я должен найти Бога в своем сердце. Это называется йогой. Цель йога — погрузиться в медитацию дьяна-вастита. Такая медитация очень популярна, особенно в вашей стране. Но что такое медитация? Медитация — это когда вы сосредоточиваете свой ум на поисках Бога, Кришны, в своем сердце. Не нужно придумывать свои медитации идиотских целей. Это медитация. Полностью погрузив свой ум в Него, вы сможете найти Его. Итак, сознание Кришны — это нечто большее, чем это. Сознание выше ума. У нас есть ум, ум выше чувств. Наше тело состоит из чувств. Чувства требуют удовлетворения, поэтому тело активно. Но чувства не могут функционировать в отсутствии ума. Поэтому мы говорим внимательнее, сосредотачивая ум. Так что ум выше чувств. Функции ума, размышления, чувствования, желания называются разумом. От более грубого к более тонкому. У нас с вами есть чувства, но все знают, что у нас с вами есть и ум, но мы не можем его увидеть. Можете ли вы сказать: вот ум? Нет,
потому что это тонкая материя. Then everyone has got some intelligence. У каждого есть разум. Но можете ли вы увидеть разум? It is still finer. Он еще более тонок. Similarly, there is soul, which is still finer than. Также есть душа, она еще тоньше разума. Как же вы сможете увидеть душу? Если вы не можете увидеть ум и разум, как же вы сможете разглядеть душу? Then the source of soul, the supreme soul, how you can see. Как вы сможете увидеть источник души, верховную душу? Therefore, it is said, atasya krishna. Поэтому говорится. Na bhaved graham indriye. If you speculate your senses, если вы пытаетесь to find out увидеть God, Бога, душу при помощи своих материальных чувств. Врачи каждый день проводят операции на сердце. Они выполняют множество сложных операций, но не могут обнаружить душу. Однако душа существует. Мы можем ее почувствовать. Когда душа покидает тело, мы понимаем, душа ушла, тело мертво. Так что вы можете почувствовать это, но увидеть не можете. Если в своих исследованиях мы опираемся лишь на грубые чувства, нам этого не понять. Если вы хотите увидеть ум, разум, душу, сверхдушу, это невозможно сделать при помощи несовершенных обусловленных глаз. Everyone is very proud Все of his senses. Гордятся своими чувствами. Кто-то говорит, можете ли вы показать мне Бога? Но прежде всего вы должны ответить, есть ли у вас способность увидеть Бога? Подобные вопросы не свидетельствуют о большом разуме. Вы должны следовать предписаниям шастр. К примеру, вот Бхагавад-гита. Следуйте ее указаниям. Вы поймете, кто такой Бог, что представляет собой этот мир, каковы наши отношения, как мы можем избавиться от этих страданий. Вы обо всем узнаете. Маленький ребенок поначалу не способен понять математику, но если он учится, однажды он станет великим математиком. Аналогично, каждый из нас может постичь духовную науку, если будет изучать ее. В этом смысл сознания Кришны. Это не некий сентиментальный порыв глупца, это великая наука. Те, кто серьезно подходит к изучению этой науки, смогут постичь ее в совершенстве, если изучат все наши книги. У нас уже издано 20 вот таких томов. И мы планируем опубликовать 72 тома научных знаний, позволяющих постичь Бога. Бог не дешевка, это не вопрос сантиментов. Я стал Богом, ты стал Богом. Это великая наука. Так что пусть те, кто желает постичь Бога научным путем, философским путем, читают эти книги. Так мы представляем сознание Кришны. Те же, кто по каким-то причинам не способен читать эти книги, могут следовать очень простому методу повторять Харе Кришна. Этот метод позволяет достичь высшей цели. Если вы просто повторяете мантру Харе Кришна, вы ясно поймете, кто вы, кто такой Бог, каковы ваши отношения с Ним, что представляет собой этот мир. Все станет ясно. Какова положительная черта этой мрачной эпохи? Мы живем в очень порочное время. Люди полностью позабыли о Боге. Не полностью, потому что некоторые еще проявляют к этому интерес. В противном случае, почему они присоединяются к движению сознания Кришны?
Поэтому нельзя говорить, что никто не помнит о Боге. Но постепенно люди полностью о нем позабудут. Мы можем в этом убедиться сами. В былые времена наши предки строили церкви, храмы, мечети, синагоги. Но сейчас никто не делает этого. Современная история лишена этого. Люди строят огромные небоскребы. Это мы видим, но нигде мы не видим, чтобы возводили величественные церкви или храмы или мечети. Это означает, что люди все меньше знают о Боге. Они думают, что строительство религиозных зданий — это напрасная трата денег. Это что-то непродуктивное. Если мы построим небоскреб, это сразу принесет нам прибыль. А строительство большого храма — это бесполезные растраты. Они так думают. Это свидетельствует о том, что они перестали понимать Бога. Что говорить о строительстве новых церквей? Мы покупаем много церквей, они пустуют. Я видел это в Лондоне. Сотни церквей пустуют, никто туда не ходит. Никто. Один священник в Бостоне удивился. Эти юноши, они наши юноши. Они из христианских семей, они американцы. Раньше они не ходили в церковь. Бог их не интересовал. Они не старались его постичь. Но почему же сейчас они сходят с ума по Богу? Это факт. Эти юноши, вы, американские юноши, не проявляли к этому интереса. Но почему сейчас вам так интересно, и вы проповедуете сознание Кришны по всему миру? Вы не глупцы, я вас не подкупал. Почему вы это делаете? Факт в том, что мы состоим в близких отношениях с Кришной, это факт. Например, отношения между отцом и сыном очень близки. Сын может уехать из дома на много лет, но стоит ему снова встретиться с отцом, как любовь между ними опять оживает. Если сын отсутствовал дома многие годы, это еще не означает, что не нужно пробуждать любовь между отцом и сыном. Аналогично, в Чайтанья Чаритамрите сказано «Нитья Сидда Кришна Бхакти». Любовь между Кришной и нами не имеет значения, где мы находимся. Все живые существа, особенно люди, особенно цивилизованные люди, те, у кого есть разум, могут легко возродить сознание Кришны, повторяя мантру «Харе Кришна». Такова наша просьба. Вы, американцы, очень разумные ребята. Постарайтесь постичь Кришну, постарайтесь восстановить свои отношения с Кришной. Тогда вы будете счастливы, в противном случае этого не произойдет.